Куда мы едем, Маша? На Алаколь. Да, мы едем на озеро Алаколь. Вот. Вот мы собрались в путешествие. Вот. О-о-о. Как будто на Марс собираемся лететь. Машина полностью загружена. Мы едем всего лишь на выходные. Вот. А машина забита, как будто мы на Марс улетаем. А, сейчас к нам еще присоединятся наши друзья со своей семьей. Сейчас мы заедем, заправимся. И все, и выезжаем. Встретимся с нашими друзьями. И выезжаем. Да, мы будем долго ехать. 10 часов мы будем ехать, мы ускорим видео. Ускорим? Ну да, наверное, ускорим. Че, готовы? О, привет, Макс. Здрасте. Привет, Макс. Привет. Поехали? Да. Вот мы заехали на заправку, заправились и уже выехали. Едем на Алаколь. По пути заедем в Талдыкурган. У нас план такой, заезжаем в Талдыкурган, там переночуем и едем дальше уже на Алаколь, чтобы ночью не ехать дороги. Вот. Так проехали, потому что Талдыкурган 221 километр. Ну это сколько? Это примерно часа 3. Даже меньше. Дорогу-то не всю сделали. Вот кусок еще делают. Вот мы уже доехали до города Капчагай. Очень быстро доехали, дорога отличная. За 40 минут мы здесь уже оказались. Раньше до сюда надо было, не знаю сколько, часа полтора, наверное, ехать по старой дороге. А тут уже, мы уже здесь за 40 минут. Правда, здесь трассу тоже делают еще. И не только трассу, но и казино строят новые, да? Вон справа мы сейчас проезжаем казино. Но это вроде бы уже построено, да? Сейчас мы проезжаем наш казахстанский Лас-Вегас. Кто был в Лас-Вегасе, ставьте лайки. А кто был в Капчагае, ставьте 2 лайка. Сейчас мы будем проезжать водохранилище в Капчагай. Там статуи. И будем проезжать ГЭС, гидроэлектростанцию. Сейчас впереди будет пост ГАИ, а потом будет ГЭС. Вот справа можно уже видеть. We'll be right back.
Скажи привет. Привет. Всему Ютубу. Скажи привет. Привет. Тебя как зовут? Давид. Молодец. А где Арсений? Спит. А, он уже уснул? Да, да. Чего, ты не устал? Нет. Нравится да. тебе дорога? Да. Вот, молодец. Да, тоже а ты, Максим, не устал? Только весело было, да. Маша, ты не устал? Да, еще на заправке было хорошо. Арсений, он спал привет. Возле меня. А кто это с нами тут еще едет? Ну-ка, где ваша собачка? А, вон она. Чапа. Чапа. Привет, Чапа. Чапа, привет. Чапа, привет. Чапа. Привет, Чапа. Не стесняйся. Все, отойдите. Он, наверное, не хочет лезть. При подъезде к Талдыку пошла не очень хорошая дорога, здесь делаю такая щебенка и кочки. Вот мы уже едем по городу Талдыкырган. Здесь такое благоустройство, все дороги сделаны уже почти. Куча много новых зданий понастроено, всяких спорткомплексов, что тут только нету. Едем и кушаем, едем и кушаем сухарики. О. Устали? Нет. А что ты так ходишь? На раскоряку. Устал, значит. Отсиделся. Чего, привал? Будем гостиницу искать? Я вообще в частном доме живу. У нас нету. Так, вот это у нас раздвигается. Ой. Диван у нас не раздвигается, да? Мы. Диван не раздвигается. А это раздвигается. Так, вот туда раз. Вот. Двухместная, да? Ты что, снимаешь, что ли? Да. Ну, делать нечего. А мы поместимся все? А, вот еще кровать есть. Тоже большая. Так, это кухня. Горячая есть вода? Есть. Газ есть, да? Да. Холодильник новый не работает, старый работает. Старый работает, отлично. А еще вопрос. Постельное белье чистое? Это чистое. Белье, это у нас еще. Ой, мам.
кто милиция сюда не придет? Нет, нет. Просто хозяйка уехала в Алаку отдыхать. Обросила она уже, сколько дней стоит. Кстати, вот перед въездом в Калдыкургану, где заправка Гириус, вот это направо, это на Лафы дорогу, что ли? Как? Подождите, перед въездом. Вот мы ехали, вот новая дорога началась. Палочка. Смотри, мечеть какая дальше. Давай в обманку, ты что, ничего не сделал? Да, можно вон 600 тенге домашних, нормально, что? Ну. Лагман будешь? Вот нам принесли вот такой лагман. Такую картошку фри с мясом. Вкусно? Наконец-то мы дождались нашей еды. Максим тут колесо делает. Позырим на статую? Да. Она такая большая. Побегаем вокруг. Хоть тут освещение есть. Так. Вот, в общем, закончился наш первый день путешествия. Вот где мы остановились. Сейчас покажу потолок. Шикарный, шикарный. Шикарнейший потолок. Но это лучше, чем спать в машине. Нам потолок хороший, конечно, но места мало. Да, что-то я еще хотел показать. А, дырку в стене. А вот тут в стене дырка. Кто-то пробил дыру в туалет. Наверное, там. Ну все. Завтрак будет. Завтрак это. До следующего дня. Да? Спокойной ночи. Все, поменяй.